всем привет! И вот 5 ноября я увидел в сети интернет информацию, видео, много статей о ситуации, которая произошла в Новой Москве. Эта ситуация заключается в том, что кавказцы, люди кавказской внешности, избили якобы отца с ребенком. Ребенок вынужден был удирать, там какая-то его женщина защитила и тому подобное. И вот эти пропагандисты, пропагандоны российские начали уже полностью кампанию фактически против лиц кавказской национальности. Для чего, я вам хочу сказать, раздувается эта ситуация? Мало ли у нас бытовых конфликтов, множество, но для чего пропагандисты раздувают именно вот этот конфликт, я, честно вам хочу сказать, не знаю, даже не догадываюсь. Какая цель? Даже одна пропагандиста с Russia Today, я даже не буду называть ее имя и фамилию, противно просто, сказала, мол, не забывайте, мы можем вам устроить как в 90-е года. Такой шмон будет. Вас будут останавливать все патрули. Мол, по всей России будет такое. Она что, не соображает, что в России полно регионов, где эти лица кавказской национальности представляют большинство. Меня просто это повергла в шок, эта дурь. Я вам хочу сказать, что вот такими вот разжиганиями конфликтов на этнической почве занимаются в основном люди, которые с самим русским не относятся. Они хотят выслужиться вот такими вот речами, которые они вот вроде бы защищают русских, вроде бы защищают россиян, а по сути просто прикрывают свою жопу, хотят быть на гребне волны, мол, мы защитники и тому подобное. Но пока я не знаю, какая цель этих пропагандистов в том, что они разжигают эти конфликты. Какая истинная их цель, непонятно. Но со временем мы узнаем, что это и как это.